Приветствую, Вудбери. Итак, я скомпоновал, переложил чемоданчик, освободил себе слоты под какие-то няшки, которые мы здесь найдем, и идемте лутать город, а заодно вот освобождать его от непрошенных гостей. Точнее сказать, от зомби, которые прорвали сюда. Он первый, а вон я уже вижу и второго. Пошли сразу вот этого. Где там те тигры там скачут? Иди сюда. Так, просто так легко. Собираем опыт. Шкура нам не нужны, но прямо сейчас не нужны. Забираем опыт. Так, где там рычит тот? Заряжаем арбалет. Ну, вообще-то надо по какой-то схеме, наверное, все это делать. Давайте вот пойдем сюда. Давайте обойдем, наверное, поверху. Вот мы сначала вот этих подчистим мелких. Эй, куда ты спрятался? Вот так вот. Ты думал, я тебя не достану. А кто там гавкает? Эй, эй, чего не могу достать. Что, где, кто? Банк Вудбери. Что я не понял. Так, вот посмотрим. Вот это я по мере прохождения. А, это волки с той стороны. Понятно. Буду добавлять, постараюсь добавлять кадрики из самого кинофильма. Так, что это у нас? Это просто свет. Просто свет. Да. Ворота. Так. Ворота вот. Мы можем зайти вот так. Кто тут лаял? Все ушли. Правильно сделали. Я вроде свет включил или нет? Вот они отсюда с этой баррикадой встречали ходячих. Включим свет. И ночью еще сюда придем, посмотрим, как это все происходило. А вот там вагоны, где я нашел в одном из них полный вагон пороха. Ну что ж, пошли дальше. Вот бары кофе. Вон тут можно пройти. Не знаю зачем. Но можно. Так. Ну что, я, наверное, закончу. Для того, чтобы ночью нам здесь было ходить спокойно. Вот еще, смотрите, такой чекпоинт. Тут по фильму стоят стражники. У них охрана. Даже банк, видите, у них тут есть. Не знаю, зачем он им.
Ну что, поскольку дождь, давайте пойдем помещение лутать. И пойду я по часовой стрелке. Так, тут ничего не запрятано, нет. Это просто дерево, да? Да. Это не сундуки. И пойдем, это что у нас тут? Еще раз посмотрим. Woodbury Town Hall. Ну, холл так холл. Дождь, я уже намок. Заходим, закрываем. Так, смотрим, что здесь. Окна целые, понятно. То ли камин, то ли телевизор. Наверное, камин. Стол. Есть печка. Хорошо. Здесь, ну, остатки какой-то еды. Здесь ничего нет. Это похоже на ванну, да. Вода закончилась. Крафтовые столы нам могут пригодиться. Сундучок, и тут какая-то одежда, сера, медь, селитра, всякое такое. Нам не нужно для нашего путешествия. Ну и кровать можно тут переночевать. Итак, второго этажа здесь нет. Пошли дальше. Тут какой-то уголок. Ага, я знаю, что это. Это есть в кинофильме. Место. Где губернатор вел свои беседы со своими так называемыми гостями, которых взяли в плен. Пошли дальше по часовой стрелке. Тут что это? Это без подписи. И начинаем лутать. Это взрыватель, перо, копье. В общем, возьмем только факел. Печка без угля. Так, надо закинуть тыквочку. Ну, вторую. О! Скоро нам придется искать еду какую-то, наверное. Вот еще есть тыквочки. Одни тыквочки кушать нельзя. Тут что? Ага, это я уже смотрел. Что это? Это же вход. А, это, ух ты. Ну, уютненько. Вот мне шторы эти нравятся, красиво сделаны. И это окно в тот дворик, где мы только что были. Тык-тык-тык. И, по-моему, тут еще одна дверь была. Вот она. Ну, туалет. Без ванны, но туалет. Отлично. Все отлично. Красиво. Красивая стена, занавеска, все. Так, ну что, у нас еще до сна времени как бы много. Трохи мы тут почистили. Сейчас будут, кстати, вервольфы, потому что новолуние. А вервольфы лучше, конечно, куда-то от них спрятаться, я вам скажу. Опять печка, сундук с остатками еды. Испорченный. Дождь перестал. Это спальня. Вот тут мы можем переночевать. Ну, одежда. Алмазик есть, алмазик. А вот и вервольфы, как вы можете слышать по звуку. Туалет мы тут были. Нам тут. Нет, мы тут не были. Вода. Зажглись. Оба-на. Дети, мне прямо вроде на голову мне сел. Зараза, напугал меня. Диванчик, вот смотрите, можно сидеть, какая прелесть. И вот так вот.
в это большое окно наблюдать, что там происходит. Где этот Лайл наверху? Так, и пошли тогда. Пошли поспим. В туалете спать не будем. Это, по-моему, тут симпатичнее. Боже. Тут, по-моему, на крыше все. Ух ты. Вон они. Красавчик. Я тоже так могу. Оп-оп. Ой, левый, тихо. Опа. Понятно. Так, ребята, отдыхайте. Спим. Дз. Доброе утро, Вудбери. Мы идем тебя изучать дальше. Тут мы все облутали и пойдем вот так по часовой стрелке. Пошли в банк, ребят. Вот так. Банк. А зачем им банк? Ой-ой, какие-то коридоры. Страшные. Компьютер работает? Работает. Можно поиграть в какую-нибудь игру. Так. Ух ты. Не взорвется? Упс. А что это? Ага. Коль скоро это... Железо, это значит банковские ячейки, скорее всего. Здесь люди хранят всякие свои ценности. Ну, а я в игре тут нахожу, беру себе железо для... Опа! Блин. Ну вот так вот, видите, какая неожиданность. Так что нужно быть всегда начеку. Так, что мы еще тут не видели? Так, тут мы были, тут мы были. Тут, смотрите, видите, какие-то кошки, стульчики, как в банке, действительно. Так, кто еще тут есть? Тут нету ничего. Тут... Что, неужели, что я не помню в сериале такого? Ну, ладно. И еще одна... Комната, в которой тигр заблудился. Иди сюда. Мы тебя добьем. И опыт нам пригодится. Так, вот это железные прутки можно взять. Из них можно сделать пули. Там мычит там баранчик. И это хорошо, и нужно его, наверное, пойти и замочить. Рассмотрим, что здесь. Полочки, ничего, здесь больше интересного нет. Мы тут зачистили все и две двери, да. Но где же этот баранчик мочит-то? У нас еда еще есть. Так, опять там медведь, блин. Волк. Мама, блин. Сарана. Вот вы видите. Вот как бывает. Уже это хорошо, что у нас броня. Ага. Так. Ружье я зарядил. Банк, банк, банк. На втором этаже там ничего нет. Это так. Бутафория. Так, пошли дальше по зданию. Ну вот, кстати, буду еще говорить. Вот это. Ага. Ха. Это можно это употреблять в пищу. Ну, как долго. Не знаю, то есть... Так, идите сюда. Гау-гау-гау. Гау-гау-гау. Так. Вот здесь у меня... У нас тут... Нет, тут у нас уголь. Тут печки нет.
Так, ну по порядку, так по порядку. Банк мы пошмонали. Вот он. Это что? Это просто дома, наверное. Ну, это вот там, я же вам говорил, тут живут люди, холодильник. У них тут, кстати, солнечные батареи по фильму. Вот опять тыква тут есть. Лук, стрелы с алмазным наконечником. Это неплохо все. Включим свет, кроватка, книги. Все. Больше ничего интересного. Что ж такое? В этой игре просто всегда дождь. Следующая квартира. Ресто-бар. То есть квартира-бар. Так, лампочки, печки, плиты, микроволновки, стол, сундук. Где-то там баранчик бегает. Наверное, где-то там на крыше. Так, это был желтенький, теперь зелененький. Тут что-то написано. Фурнитура. Одно слово, что я понял. Ага. Порох можно забрать. Светильнички эти. Вот эти стрелочки. Это хорошая вещь, но у нас их хватает. Посмотрим дальше. Ага, коль скоро это магазин какой-то, то тут побольше сундучков. Вот так вот. Но я заметил, они тут не портятся. Поэтому... Мука нам не нужна. Веревки, таблички и порченые яйца. Так. Посмотрели. Погода плохая. Тут просто, наверное, жилой дом. Лутаем, лутаем. Вот так, что тут может быть полезного? Ну, туалет, спальня, ну, стандартный набор. Идем дальше. Коричневый, теперь красный домик. Как всегда, закрываемся. Во избежание неприятностей. Стол, стулья. Фонарики, опять кирка, ну, ну что ж, давайте еще пока не совсем ночь. Еще, так, что тут за нычка? А вон и козлик, которого мы можем сейчас зарубить и пожарить себе мяско сделать. Ну, впрочем, хай он тут стоит, наверное. Знаете, в чем незадача? У него могут сожрать другие звери. Давайте я его... Замочу. Так. Вот. Мы его замочили. Забрали мясо. Забрали? Забрали. Пойдем его жарить. Нам нужен... Кыч! Ты откуда взялась, паскуда? Так, ну видите. Сейчас их набежит сюда. Ну и бань. Не хочу я с ними драться. Ну что ж, поспим. Идем дальше. Вот это вот здесь мы остановились. Можно посмотреть, что это. Так, это... Ну, вы поняли. Не понял. Что это такое? Больно, что ли? Так, идем сюда. Очередная квартира, очередной холодильник, в котором ничего нет. Шкафчик, чемоданчик, ну, мачете, ну, ну, их пока хватает. О, две кроватки, столик, пошли дальше.
О, тут здесь второй этаж. Это уже интереснее. Так, одежда, тыквы, уже их много. Тут спальня. Стеклянные блоки. Ну, вся проблема в том, что стеклянные блоки второй раз уже не используются. Второй этаж, одежда, тыква, стол, стулья. Вот тут красивая стулья. Спальня на двоих. Зажжем огонек, чтобы везде был порядок. Так. И тут тоже полезное место. Так, что у нас в окно? Нас там ждут или не ждут? Ну что ж, пошли дальше. По часовой стрелке. Тут ничего не написано. Надо же было все эти домики поделать. Так. Стол, стулья. О, тут пол с ковром. С ковром. О, три алмаза. Для алмазной брони это супер. Так, тыквы уже не берутся, берутся. Так, все это нам больше не надо. Спальня. Наверное, тут целая семья помещается. Так, идем, 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 идем. И вот какой-то дом. Большой красный. Даже там, по-моему, на третьем этаже что-то есть. Кто ж там рычит? Тут чуть не вижу двери. Это как? А, вот, вижу. Тут как-то так интересно сделано. Ага. Тут он скачет. Это все на крыше. Но мы дойдем еще и до крыши. Так. Дверь. Вот она. Красивая дверь. Стеклянная. И тут ничего. Вот этот зал. Лампочка. Целое окна, стекла. Что это за здание? Возможно, я его найду там в кинофильме. Так, второй этаж у нас. Даже тут есть и второй этаж. Не полностью, но есть. Тут ничего нет. Тут можно сказать, что ничего нет. Полочки. О, комод. Нифига себе. Их еще не видел такой мебели. Включаем фонарь. Туалет, и свет горит. Ну, это я туп-туп-туп делаю. Так, третий этаж. Во, и выход на чердак. Вот это уже другое дело. О, боже, там что-то прямо по голове скачет. Что здесь? Ничего особо полезного. Спальня, холодильник. Ну, понимаете, тут ничего нет. Вот это вот только железо, но это уже из другой оперы. Диванчик, стол, фонарик, телевизор. Да, похоже на телевизор. Вот. 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 Это я возвращаю вам. А эта штучка, конечно, и бьет больнее, и ух ты, тут и броня есть. Пенни. А, блин, пенни. Понял я, что такое пенни.
губернатор держал свою зараженную дочь. Бенни. Детка. Опс, и что тут будет? You found Woodbury. Понятно, так. Опыт я подобрал. Нет, не подобрал. Мы нашли в Woodbury. Конечно, нашли, Пенни. Там ночь, поэтому мы наверх не пойдем. Аквариум. Что же это тут на полу? Осколок стекла тут разбито, здесь губернатору выкололи глаз. Итак, я это закрываю. Мы нашли Woodbury. Ну, там наверху еще лучше. О, ты, блин. Как же ж ты, урод, рычишь сильно. Что это? Ага. Это ничего. Так. Я иду на крышу. Бароня у нас есть. Так, осторожно. Ага, вот этот рычал, нам спать не давал ночью. Иди сюда. Получил. Вот так вот. А мы забираем опыт. И можем отсюда кое-что посмотреть. Посмотреть на город. Вот таким образом. А потом еще и вот таким. О! Что там у нас на других крышах? Вот там вот. Только что был медведь. И испарился. Так, мы нашли самое главное. Отметку. Как у альпинистов, знаете. Как это все происходит. Они находят записочку на вершине и оставляют свою. Итак, я двигаюсь дальше по периметру вот сюда. Стоп. Это когда-то был стоп. А, это бутафорные окна. Тут ничего, тут ничего. А вот тут-то... О, кстати, даже тут что-то это, в этом автобусе есть. Вот здесь тоже у нас командный... Не командный, а ну как это назвать, наблюдательный пункт, которого вот наблюдает. Мы вот тут ходили снаружи, теперь мы там внутри. Вот здесь они, жители города, вот наблюдают за инфицированными ходячими мертвецами. Вот как устроено, видите. Поставили автобус,
покрышки старые и таким образом защищают свой город. Так, по порядку, так по порядку. Кажись, тут... А, тут мишка один есть. Еще и Пантерович. Так. Двигать выстрел не получится? Нет. Тогда вот так. Когда забываешь, а потом, когда надо. Подобрали стрелу, отлично. Это какая-то антенна, может быть, и камера. Водокачка. В смысле, водонапорная башня. Ха. Ладно, пошли отсюда. Пусто. Пусто, пусто, пусто. Ну, это бутафория опять. Блин, еще один медведь. Ну, видите, ситуация изменилась. Итак. Вот, блин, да сколько же вас тут? Сколько же вас тут? Так, ну что, вовчики побьем. Так, лучше не подходи. Лучше не подходи, потому что тебе будет плохо. И вот такая вот система. Можем залезть наверх и посмотреть, что тут делается, но погода сильно испортилась резко. Потому идемте и искать какой-то ночлег. Ну вот, наверное, здесь какой-то тут кафе. И даже тут есть печка, где мы будем зажарить, можем зажарить эту курочку. Вот мы ее сюда. Сейчас. Положим. А поспать мы можем прямо здесь. Ох, мать честна, блин. Это вы что тут? Так. Ага, тут с той стороны рычат. Понятно. Тут медведь, блин, и... Что ж такое, блин, паскудное? Так, сделаем так. Раз, два, три. Пошли. Ой, блин, как всегда, не то сделал. Эти разбежались. Точно. Итак, вот мы этот угол, еще мы не проверили этот. Но вот это вот выход на улицу. А нет, это не выход на улицу. Так, ну я вот не думаю, что нам нужно туда лезть. Ну можно, конечно.
Что-то все затихло так. На крышах делать нечего. Провод идет. Не знаю. Выдумки нашего автора этой карты. Могу предположить, что там взрывчатка наверху. А как он задумал ее взрывать, не знаю. Сейчас я говорит, встану на какую-нибудь плиту или какой-нибудь датчик сейчас сработает. Вот так что нельзя. Да ну видишь, нельзя. Встанешь на какую-нибудь плиту. И оно там взорвется. Может это здесь кнопка какая-то? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. 100%. Как бы это так проверить? Без потери здоровья. Так, это вот отсюда. Вот, понятно. Ага. Ну, провод вроде бы. Никуда не идет, идет наверх. Идет он вот сюда, наверх. Потому что не доделал еще тут что-то. Давайте посмотрим отсюда, что-то видно. Нифига отсюда не видно. Это и но это что-то недоделанное. Да. Ну что? Чтоб такое выкинуть, что-то почистить. Сейчас выкину это мясо. Дохлое. Вот так. Соберу эти кирпичи, чтобы... О, и сейчас мы заделаем эту дырку, вернем в исходное состояние, вот так, и еще один кусок, и включаем и умираем, хрен с ним. А таким взорвалось. А я ничего не увидел. Это плохо.
я живой. И это главное. А чё вода не бежит? А куда все делось? Бу-бух. Да. Жаль. Не получилось это заснять. Да. Это фигня. Если взорвется, нас тоже убьет, кстати. Это однозначно. Ну, что ж. Ну, уже как получилось, так получилось. С, С, В. Вот. Вот. Что-то связано с водой. Пошли дальше. Да, что-то тут. Закрываемся на всякий случай. Но уже и исправить я ничего не могу. Так, это, наверное... Да, это честь, что какое-то сено тут может быть. Тут, наверное, какая-то конюшня. У, блин. Иди сюда. Пока еще не совсем ночь. Она не очень агрессивная. Заберем свою стрелу. А кто тут еще рычит? Ну ты в клетке сидишь, он как раз заспавнилась очень даже. Это, будем считать, что это за парк. О, чтоб тебя лучше видно было. Наверное, это для лошадей, но... Раз уж ты тут попала, то там и сиди. А мы и идем смотреть, что тут дальше. Ты откуда взялась, зараза? Ну, две монетки. Это мы сюда зашли? Да. Какой-то тут просто... Громадный зал, где можно ожидать чего хочешь. Ага, ну конечно, тут открыто все. Итак, ребята, мы пришли на арену, где губернатор устраивал нечто подобное боем гладиаторов в Древнем Риме. Давай, да! Развлекал публику. Это трибуны, тут сидят люди, а там дерутся другие люди, а на них еще и натравливают зомби. Да. Ужасные вещи творились в этом городе. Ну, если вы смотрели сериал, то вы знаете. Если не смотрели, я вам скажу.
Что? Плохо кончилось это все. Ну что, красавчик, потанцуем? Ну вот, мы посмотрели арену. Здесь вот это я отсюда с той стороны зашел. А это уже улица. А, блин, сколько там вас еще? Ну что? Где монетки? Вот. И иду я в первый попавшийся дом. Ну вот. Не такой уже неплохой. Мы тут уточку жарили. Да. И тут посплю. Так. Thank you.